Адама и Еву, его Божьим планом было сотворение первой семьи. Семьи, в которых происходит взаимоотношения. Семьи, в которых происходит взаимное влияние. Так получается, что взаимоотношений без влияния не существует. Это влияние бывает или положительное, или отрицательное, правильное или неправильное. И Бог регулирует эти взаимоотношения полагая определенные предписания, которые помогают стоить правильные взаимоотношения в наших семьях. Взаимоотношения между мужчинами и женщиной являются прообразом взаимоотношений Иешуа и Церкви. Подобно тому, как люди, приходя к Богу, рождаются свыше, подобно тому, э, мы видим, что рождение новых детей Божьих, в семье, в наших семьях мужчина соединяет с женщиной, в семью также рождают детей. И как в церкви люди, рожденные свыше, они воспитываются на первых этапах жизни, имеют сильное попечение, потом делают самостоятельные шаги, так и в наших семьях. Наши дети воспитываются нами. Друзья, я хочу сказать вам, что очень важно, нам, как верующим людям, молиться за наши семьи, молиться за наших детей. И сегодня я хочу молиться о взаимоотношениях родителей и детей, а в частности о том, чтобы родители понимали свою ответственность в воспитании детей. Писание учит нас, чтобы дети повиновались родителям. Ответственность распи... родителей воспитывать детей в учении и наставлении Господнем. И это истина. Но вы знаете, одного учения и наставления недостаточно. Мы должны показать пример нашим детям. Пример жизни в вере. Пример жизни в молитве. Пример жизни в изучении Писания. Мы должны показать нашим детям пример послушанию Богу, пример исполнения Его воли. Тогда мы увидим это отображение в наших детях. И вы знаете, психологи говорят, что дети делают не то, что они слышат, то, что им говорят, а то, что они видят. И я хочу вам сказать, что... Есть принцип, который показал Ишуа Машех. Интересный пример. Он оставил нам пример, который говорит о том, чтобы мы шли по его следам. Он прошел путь, показывая нам, детям Божьим, будущим детям Божьим, чтобы мы шли его путем. Он лучший пример для подражания. Также мы должны как родители быть примером для наших детей. И в еврейской традиции говорят следующее. Еврей тот, у кого внуки евреи. Я думаю, что христианин тот, у кого внуки евреи. Мы должны воспитать наших детей в вере. Но можно сказать, мы видим множество примеров, когда дети не идут путями родителей, когда дети становятся неверующими. Да, это так. К сожалению, дети делают свой выбор самостоятельно. Бог дал им это. Бог дал им делать свой выбор так, как они хотят. Но я верю, друзья, что основная ответственность поступков наших детей лежит на нас, на их родителей. И родители, несут ответственность за поступки своих детей. Мы видим интересный пример, и не один, этих примеров много, но сегодня я хочу остановиться на этом примере. Пример Илии в книге «Царств». Его дети, делая неугодное пред очами Бога. И что стало? Первая царств, вторая глава пишет. «И пришел человек Божий к Илии и сказал ему, «Так говорит Господь, не открылся ли я дому отца твоего, когда еще был в Египте, в доме фараона? И не избрал ли его из всех колен Израилевых себе во священники, чтобы он восходил к жертвеннику моему, чтобы воскурял фимиам, чтобы носил эфот предо мною? И не дал ли я дому отца твоего от всех жертв сынов Израилевых? «Для чего же вы попираете ногами жертвы мои и хлебные приношения мои, которые заповедал я для жилища моего? И для чего ты предпочитаешь мне сыновей твоих, уточняя себя начатками всех приношений народа моего Израиля? Посему так говорит Господь Бог Израилев. Я сказал, дом твой и дом отца твоего будут ходить пред лицом моим вовек. Но теперь говорит Господь, да не будет так, ибо я прославлю прославляющих меня, а бесславящие меня будут посоромлены. Вот наступают дни, в которые я подсеку мышцу твою и мышцу дома отца твоего, так что не будет старца в доме твоем, и ты будешь видеть бедствие жилища моего при всем том, что Господь благотворит Израилю, и не будет в доме твоем старца во все дни». Я не отрешу тебя всех от жертвенника моего, чтобы томить глаза твои и мучить душу твою. Но все потомство дома твоего будет умирать в средних летах. И вот тебе знамение, которое последует с двумя сыновьями твоими. Офни и Финиесом, Оба у не умрут в один день. Конец этой истории мы с вами знаем. Слова Божии исполнились. Слова Божии всегда исполняют, друзья, но я верю, что у Бога есть другой план. Я верю, что Бог хочет, чтобы в наших с вами жизнях, в наших с вами в семьях исполнились другие слова, слова, которые говорят: «Спасешься ты и спасешься весь дом твой». Друзья, это то, чего хочет Бог, но мы должны с вами понимать нашу ответственность. Если мы хотим, чтобы наши дети шли путем Божьим, мы должны учить их. Мы должны быть примером для них. И если они поступают неправильно, мы должны быть теми, кто не закрывают на это глаза, молясь за них всегда, стоя в постах, стоя в проломе за них. Друзья, поэтому давайте будем вместе молиться за то, чтобы Бог дал нам, как родителям мудрости в воспитании наших детей, чтобы мы научили их уставам Господним и заповедям Божьим, чтобы, Божьи, чтобы мы являли для них когда надо милость, когда надо, были для них строгими. Давайте мы будем молиться за наших детей. Это наша часть. Это то, Чему мы, мы, что мы должны делать, и мы увидим наших детей спасенными. Я верю в Писание, я верю в Слово Божие. Но для этого нам надо жить правильной жизнью и быть для них примером. Авину Малкейну, Отец наш царь, Боже, мы благодарим Тебя, Господи, за наших детей. Мы благодарим Тебя за наши семьи. Мы благодарим Тебя за то, что мы имеем наследие, Господи. И как родители мы желаем видеть наших детей спасенными, мы желаем видеть наших детей служащими Тебе, Господь. Боже, мы понимаем нашу ответственность пред Тобою, Господь, ответственность в воспитании наших детей. И мы просим Тебя, чтобы Ты дал нам мудрости, как родителям, мудрости в воспитании наших деток, Господь. Мы просим Тебя, чтобы Ты благословил их и дал им быть послушными нам, дал им быть послушными Тебе. Мы благословляем наших детей именем Твоим, Господь. И мы просим Тебя, чтобы они принесли плода больше, чем мы, Господь. Чтобы они были плодовитее, чем мы. Чтобы они больше знали Тебя, любили Тебя больше, чем мы. Чтобы через них Царствие Твое распространялось, Господь. И мы благодарим Тебя за то, что мы имеем эту надежду, за то, что истина Твоя говорит об этом за то, что спасение будет в наших домах, и наши семьи будут семьи верующих в поколениях, и мы увидим славу твою в наших семьях. Благодарим тебя за это, Бешем Ишуа Машеха. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб нас насущный, подавай нам на каждый день. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не веди нас в искушение, но избав нас от ука, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.